Разрисованные заброшенные гаражи на Давиденко давно вызывали недовольство жителей близлежащих домов. Наконец, инициативная группа написала обращение на «Умный Саров» и попросила привести постройки в порядок. Комиссия департамента городского хозяйства выехала на место и осмотрела объекты. Я так полагаю, что в какие-то 90-е годы льготникам выделялись места для размещения, земельные участки для размещения вот данных строений для хранения там автотранспорта. Вот. В настоящее время вот эти сооружения содержатся в очень неприглядном виде. Крышу никто не чистит, ворота ржавые, есть элементы коррозии. Эти гаражи уже необходимо привести в нормальное состояние, граффити тоже нужно закрасить. Все, что касается нанесения таких рисунков, нужно согласовывать с администрацией, поскольку в этом случае речь идет об архитектурной целостности города. Они ничем не отличаются от других гаражей, и если мы наблюдаем на других зданиях и строениях такие же надписи, мы также направляем предписание для устранения. С указанием срока для устранения. Всего на территории 3 гаража. Владельцев 2 гаражей нашли, 3-го нет. Если владелец объявится, его попросят устранить нарушение. Если он этого не сделает, его привлекут к административной ответственности. Если собственника не найдут, гараж демонтируют. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.